Құрметті кеңеске қатысушылар, бүгін біз еліміздегі туризм мәселесін талқылау үшін жиналып отырмыз. Шын мәнінде туризм жаһандық экономиканың өте маңызды және өзекті бағыты. Бұл әлемдік экономиканың қарқынды дамуына тікелей ықпал етіп отырған сала. Инвесторлар үшін тартымды саланың бірінде осы туризм. Жалпы қазіргі уақытта туризмді мұнай өнеркәсібімен салыстыруға болады. Бүгінде әлемдік жалпы өнімдегі туризмнің үлесі 9%-дан асты. Яғни пандемияға дейінгі деңгейге қайта келді деуге болады. Дүние жүзіндегі жұмыс орындарының шамамен 10% туризмге тиесілі. Әрбір төртінші жұмыс орны осы салада ашылып жатыр. Көрсетілетін қызметтер бойынша әлемдік экспорттың 30%, инвестицияның 7% және салық түсімдерінің 5% туризм арқылы түседі. Қазақстанда туризмнің барлық түрін дамытуға мол мүмкіндік бар. Экологиялық туризмнен бастап бизнес туризмне дейін дамытуға болады. Бір сөзбен қарап отыруға болмайды. Бәсеке өте жоғары. Шын мәнінде тиімді жобаларды қолға алып, оны іске асыру қажет. Ашығын айту керек, қазір ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз жоқ. Бұл бағыттағы жұмыс әлде мардымсыз деуге болады. Туризм саласындағы ахуал мәз емес. Тіпті көршілес елдер бізден әлдеқайда алға шығып кетті десек артық айтқандық емес. Сондықтан бүгін бәріміз осы жерде туризм саласына қатысты өзекті мәселелерді талқылап, нақты шешімдер қабылдауымыз керек. Для развития туризма в качестве одного из двигателей экономического роста у нас есть все условия, об этом говорили ораторы. Это выгодное географическое расположение страны, разнообразная природа, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Но реализовать имеющийся потенциал пока не удается. Положение в сфере туризма, как я уже сказал, неудовлетворительное, на мой взгляд. Туризм, как важная отрасль экономики, пока не является эффективной, в чем большое упущение, в частности, правительства и акиматов. За последние 4 года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7% до 3,2%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем по миру. Более того, по данному показателю мы уступаем соседним странам со схожим климатом и культурой. Очевидно, что для качественного рывка в развитии туристической отрасли требуются безотлагательные системные меры. Необходимо сосредоточить усилия на следующих приоритетных направлениях. Первое. Нужно повысить инвестиционную привлекательность сферы туризма. По оценкам Всемирного экономического форума, по уровню развития деловой среды в сфере туризма наша страна занимает 70-е место из 119 стран. Это, я скажу, показатель не вызывает восхищения и не впечатляет. По сути, у нас отсутствуют условия для ведения бизнеса в данной отрасли. Как следствие, несмотря на рост туристического потока, о чем сегодня говорили выступающие, хотя надо со статистикой, конечно, разбираться, количество мест размещения в курортных зонах не только не увеличивается, но даже снижается. Антилидеры – это курортная зона Алаколя со стороны области Жетысу и Алматинский горный кластер. Количество гостиниц, отелей и турбаз там сократилось на 24 и 16 единиц соответственно. Почему сократилось, надо разбираться. В результате бюджет теряет стабильные налоговые поступления, а регионы – рабочие места. По другому показателю – качество инфраструктуры, туристического обслуживания – мы также находимся на достаточно низкой 70-й позиции в мире. В Алмате и Астане сохраняется острый дефицит 4 и 5-звездных отелей. Номерной фонд Алматы едва превышает 11 тысяч, что в разы ниже, чем в таких городах, как Баку, Тбилиси, Ташкент. Бизнес жалуется на законодательные сложности с выделением земельных участков в национальных парках и землях лесного фонда. Это ограничивает возможности для долгосрочных инвестиций, привлечения заемных средств и развития туристической инфраструктуры. К примеру, в числе 17 так называемых прорывных инвестиционных проектов оказалось только 2 крупных проекта в сфере туризма,
которые при этом требуют значительных бюджетных вливаний. По всей видимости, правительство недостаточно эффективно работает с инвесторами, готовыми реализовать проекты за счет собственных средств. А им нужна только инфраструктурная поддержка, о чем сегодня говорил господин Деларов. Необходимо создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в туристическую отрасль. Правительству совместно с акимами регионов следует начать с оцифровки генеральных планов застройки курортных зон и обеспечения к ним открытого доступа. У потенциальных инвесторов должна быть возможность получать актуальную информацию о свободных земельных участках. При этом важные изменения в генеральных планах, затрагивающие интересы предпринимателей, надо обсуждать именно с бизнес-сообществом, а не ставить его перед фактом, как часто бывает. Особое внимание нужно уделить привлечению в Казахстан ведущих иностранных IT-специалистов, так называемых цифровых кочевников со всего мира. Для этого правительству следует в октябре текущего года запустить специальные программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency. Подобные программы уже успешно работают в более 40 стран. Второе. Необходимо улучшить транспортную доступность мест отдыха. Слабая транспортная инфраструктура – это, пожалуй, самая серьезная проблема казахстанского туризма. Это наша ахиллесова пята. Билеты на полеты внутри страны стоят дорого. Не хватает мест в поездах в летний сезон. Нет комфортного пассажирского автотранспорта на популярных туристических маршрутах. Тағы бір өзекті мәселе. Еліміздегі теміржол саласы сын көтермейді. Вагондардың көбі әбден ескірген. Кейбір вагондарда тіпті кондиционер де жоқ. Үкімет алдағы 5 жылда вагондар паркын жаңартуға тиіс. Бұл жұмысты созбай, жедел аяқтау қажет. Сондай-ақ, теміржол станцияларының аумағын абаттандыру керек. Барлығы халықаралық стандарттарға сай болуға тиіс. Жаз айларында жолаушылар саны күрт артатыны белгілі. Жұрт жиі баратын жерлерге жайлы вагондары бар пойыздарды көбейту қажет. Автомобиль жолдарының сапасы да нашар. Әсіресе, Шалғайда орналасқан демалыс аймақтарына көлікпен жету оңай емес, тіпті өте қиын. Таз жол жоқ деуге болады. Астана-Алматы бағытындағы жолды жөндеу жұмыстары 2021 жылдан бері созылып келеді. Бұл Қазақстанның оңтүстігі мен орталығын байланыстырып тұрған күре жол. Құрылысы аяқталмай жатқан тағы бірнеше жоба бар. Бұлар Атырау-Астрахан, Талдықорған-Өскемен, Мерке-Бұрыл-Байтал, Ақтөбе-Қандыағаш, Қазталовка-Жәнібек бағыттары. Бір сөзбен мұндай ахуал аймақтардың туристік әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермей отыр. Оның үстіне жол жөндеу жұмыстарының сметалық құны жыл сайын қымбаттайды. Үкімет осы құрылыстарды биыл толық аяқтауы керек. Барлық бағыттар бойынша жұрттың кедергісіз қатынауын қамтамасыз ету қажет. Слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа. Почти 90% иностранных туристов прибывает в Казахстан из соседних стран СНГ, а из так называемого дальнего зарубежья туристов пока очень мало, и мы это знаем. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока. Но при этом необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы, запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой. Для этого нужны квалифицированные кадры и желание качественно работать. В принципе, в течение 5 лет мы можем удвоить и даже утроить количество туристов. Вот сегодня министр заявил о том, что в 2023 году Казахстан посетило более 9 миллионов туристов. Так или нет? Но мы себя обманываем, потому что по очень сомнительной методике UNWTO туристом является посетитель, прибывший в страну на один и более дней с ночевкой. То есть одна ночевка, он уже турист. Но это же не так.
Зачем? Мы скоро так командировочных будем учитывать в качестве туристов. Поехал из Астаны в Кокшетау, вроде как турист уже. Остановился в гостинице, получает туриста. Но это обман. Это самообман. Надо развивать воздушный транспорт. В первую очередь нужно расширить присутствие лоукостеров на популярных авиамаршрутах. Сейчас их доля в структуре пассажирских авиаперевозок Казахстана составляет всего 21%. Для сравнения, в Грузии и Азербайджане данный показатель составляет 56% и 37% соответственно. Кроме того, бизнес сталкивается с постоянными изменениями на рынке авиаперевозок и отсутствием времени для адаптации. По данным палаты Атамекен, в текущем году Алакульское направление осталось без субсидируемых авиарейсов, о чем туроператоры узнали накануне начала сезона. Господин министр, что произошло на самом деле? Почему так? Жок, Касым-Жомарт Кемелевич, Алакульге субсидируемый рейс бар. Бізде Балхаш проблема болды. Балхашта өткені перронда жұмыс жасап бастадық. Ұшақ ұшып тұр Алакульге. Атамекен, не айтасыз бұл мәселе бойынша? Ну, то, что это факт, это действительно сократили и бюджет урезали, вот, но не поставили в известность. Вот так вот наносится ущерб туризму, даже внутреннему туризму. Люди теряют веру в возможность отдохнуть качественно на территории Казахстана. В старые времена это называлось саботажем и вредительской деятельностью. Нужно принимать комплексные меры для привлечения иностранных туристов. Өздеріңізге мәлім, осы жылды Қытайдағы Қазақстан туризмі жылы деп жарияладық. Бұл елдің азаматтары халықаралық туризмге қаражат жұмсау жағынан әлем бойынша көш бастап келеді. Былтыр Қазақстанға келген Қытай туристерінің саны 12 есе өсті, яғни 217 мың адамға жетті. Мұнымен шектелуге болмайды. Қытайдан туристерді көбірек тарту қажет, яғни туризммен қатар мәдени әлеуетімізді толық пайдаланған жөн. Шекара маңындағы туристік ынтымақтастықты дамытуға айрықша мән беру қажет. Бірақ кейбір мемлекеттік органдар әлі күнге дейін ескі әдіс тәсілмен жұмыс істеуде. Халықаралық туризм экономиканы дамытуға зор мүмкіндік беретін сала екенін көпшілігі терең түсінбеген сияқты. Мысалы, Жаркент қаласының басшылығы Қытайдан шыққан туристерді қабылдауға дайын болмаған. Яғни Қытайдан басталған халықаралық автододаға қатысушыларды қалаға кіргізбей қойған. Бұл не деген сұмдық? Сондықтан үкіметке шекаралас аймақтардың әкімдерімен бірлесіп, мынадай шаралар қабылдауды тапсырамын. Шекара маңындағы елді мекендерді туристер қабылдауға дайындау қажет. Бақты және көлжат бақылау өткізу бекеттеріндегі жаңғырту жұмыстарын тезірек аяқтау керек. Қазақстанға келген шетел туристерінің қауіпсіздігі ұдайы бақылауда болуға тиіс. Третье. Важно обеспечить туристические зоны инженерной инфраструктуры. Это одно из главных условий развития туризма. Однако здесь у нас большие проблемы. На турбазах элементарно не хватает энергомощностей, вследствие чего отдыхающие нередко сидят без света. В результате таких перебоев люди подвергаются опасности, возникают риски пожаров, выходят из строя бытовые приборы. Уже не говоря о негативных эмоциях в отношении туризма. Предприниматели терпят крупные убытки из-за поломок оборудования и порчи продуктов питания. Правительству совместно с акиматами следует провести ревизию обеспеченности инженерной инфраструктуры курортных зон. При этом надо учесть перспективы их расширения и необходимость бесперебойного снабжения в пик туристического сезона. Нужна отдельная бюджетная программа по обеспечению туристических локаций, инженерной инфраструктуры, мы сегодня об этом уже говорили, в том числе электроэнергии, канализации, очистными сооружениями, питьевой водой и подъездными дорогами. Еще одна проблема – недостаточная оснащенность пожарных станций во многих туристических зонах. В результате не удается своевременно устранять возгорания. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручается обеспечить туристические зоны достаточным количеством пожарных машин и противопожарных средств именно в летний период, в период отдыха. Четвертое. Следует создавать развитые точки притяжения туристов регионального масштаба. Правительством планируется развитие одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны. Возможно, такой подход имеет право на существование, но может привести к размытию фокуса, распылению
ограниченных ресурсов государства. Посмотрите, пожалуйста, возможно, нужен приоритетный подход к решению данных вопросов. Целесообразнее обустроить в кратчайшие сроки наиболее перспективные объекты, которые должны стать визитной карточкой туризма Казахстана на глобальном уровне. Наиболее подходящие направления – горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангустау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. В нашем Булаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Посмотрите, какая нагрузка идет в соответствующую инфраструктуру. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области. По оценкам экспертов, к 2029 году Алматинский горный кластер сможет привлекать 3,7 миллиона туристов в год. В то же время горнолыжный туризм набирает обороты в соседних странах. Мы это видим, знаем, принимаются соответствующие решения, документы на этот счет. Мы же должного внимания на развитие горнолыжного туризма не обращаем. А это наше серьезное преимущество. Во всяком случае, было и есть, я надеюсь, будет в будущем, но и появляются сомнения. Следовательно, нам надо разработать комплексный план по развитию Алматинского горного кластера. Далее. Побережье Каспия должно стать туристической зоной, привлекательной для жителей всего Казахстана, а также граждан сопредельных государств – Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и других стран. Развитие туризма позволит диверсифицировать экономику региона. Это очень важная, я бы сказал, стратегическая задача для нас. Правительству совместно с акиматом Мангыстауской области необходимо привлечь мировые бренды и франшизы гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры до международного уровня. Генеральный план Актау надо актуализировать с учетом развития курорта вдоль береговой линии, по примеру, городов Дубай и Баку. В Баку очень хорошо сделали. Надо использовать этот опыт. Следует устранить хаотичную застройку и ввести новые мощности инженерной инфраструктуры. Увеличить туристический поток позволит развитие логистического потенциала региона. Правительству требуется открыть новые прямые рейсы национального авиаперевозчика и лоукостеров. Здоровая конкуренция на этом рынке приведет к снижению цен на авиабилеты. Для развития внутреннего туризма нужно увеличить количество авиарейсов в Актау из Алматы, Актобе, Шымкента и Атырау. Это задача правительства. Министр транспорта, займитесь этим. Есть. Правительству предстоит до конца года завершить реализацию проектов, расположенных в районе теплого пляжа, а также ускорить развитие курортной зоны Кендерле. Шучье Бурабай курорттық аймағының да туристік әлеуеті өте жоғары. Мұндағы тұмса табиғат, тарихи және мәдени ескерткіштер біздің бірегей байлығымыз. Бурабай Астанадан алыс емес. Сондықтан елорда тұрғындары мен қонақтары бұл жерге жиі барады. Туристер саны жылдан жылға артып келе жатыр. Дегенмен, онда инфрақұрылым салу жұмысы өте баяу жүріп жатыр. Соның салдарынан жергілікті демалыс орындарындағы экологиялық ахуал әлі де күрделі. Шучье Бурабай курорттық аймағын дамыту жоспары толық жүзеге асырылған жоқ. Бұл құжат сонау 2012 жылы қабылданған. Жоспар бойынша 126 миллиард теңге бөлінуге тиіс еді. Іс жүзінде 35 миллиард теңге берілген. Бұл көзделген қаржының небәрі 28%. 10 жылдан астам уақыт өтті, бірақ демалыс орнында тазарту қондырғылары орнатылған жоқ. Су желілері мен жылу көздерінің құрылысы да толық біткен. Үкімет, президент іс басқармасы және облыс әкімдігі осы жобаларды көпке созбай, қысқа мерзімде аяқтауға тиіс. Сегодня центром туристического потока является поселок Бурабай, его курортная зона, где наблюдается высокая рекреационная и транспортная нагрузка. Уже сейчас важно развивать новые туристические зоны, которых на территории курорта Бурабай немало. Это курортная зона Ак-Бура, озера Жукей, Катар-Көл, Текей-Көл и другие.
Акимату региона совместно с профильными министерствами следует обеспечить эти зоны необходимой инженерной инфраструктурой для равномерного распределения туристических потоков. Но, развивая туристические направления в новых местах, нужно учитывать и экологические аспекты, то есть работать вместе с Министерством экологии, с тем, чтобы варварским способом не испортить нам заповедные места. Но и Министерство экологии должно проявлять соответствующую гибкость, понимание необходимости развития туристического кластера. То есть работать надо все вместе. Келесі бір маңызды міндет бұл жерге, яғни Бурабай аймағына Астана, Қарағанды, Павлодар, Өскемен қалаларынан жедел қатынайтын пойыздар жүру керек. Бурабай теміржол станциясы ұлттық парктен алыста орналасқан, яғни 20 шақырым. Екі ортада заманауи шаттл бас, яғни автобустардың қатынауын қамтамасыз ету қажет. Үкіметке жергілікті әкімдермен бірлесіп, осы туристік аймақтарды дамытудың кешенді жоспарын жасауды тапсырамын. Мұндай жоспарлар бірінші кезекте орындалу керек. Инвестициялық штаб әрбір жоспардың жүзеге асылуын қадағалауға тиіс. Особое внимание нужно уделить внедрению цифровых технологий в курортных зонах. Управлением делами президента разрабатывается сервис «Единая цифровая платформа Бурабай Travel». Необходимо запустить данный цифровой продукт с масштабированием на других туристических дестинациях. Принципиальное значение имеет подготовка специалистов в сфере туризма. Отрасль испытывает дефицит кадров по всей цепочке оказания туристских услуг от дипломированных менеджеров гостиничного бизнеса до квалифицированных гидов, официантов и горничных. Здесь скрыты большие возможности для обеспечения занятости местных жителей. Действующая система подготовки кадров в сфере туризма нуждается в качественном обновлении с учетом растущего спроса на туристские услуги и специфики региона. Это работа Министерства спорта и туризма. Но нет кадров у нас. Вернее, недостаточно. От правительства я жду системных подходов к решению данной проблемы. Одна из основных статей расходов туриста является питание. В отечественных курортных зонах слабо представлены известные сети ресторанов. Акиматы должны создавать привлекательные условия для них, включая предоставление земельных участков, подведение коммуникаций, подбор кадров. Профильным министерствам нужно рассмотреть дополнительные инвестиционные преференции для привлечения качественных франшиз общепита. Во всех курортных зонах страны следует развивать развлекательную инфраструктуру. Нужны якорные проекты, которые станут визитной карточкой той или иной туристской зоны по аналогии с караван-сараем в Туркестане. Это могут быть круглогодичные тематические парки, крытые аквапарки, торгово-развлекательные центры, аутлеты, специализированные музеи, конгресс-центры и так далее. Мне непонятно, почему до сих пор в этом направлении работа не была начата. Но это же абсолютно очевидные вещи, которые присутствуют достаточно ярко во многих странах. Необходимо прорабатывать новые туристические маршруты и модернизировать действующие. К примеру, многие смотровые площадки на популярных маршрутах сегодня нуждаются в обновлении с применением передовых технологий. Пятое. Нужно продвигать туристический бренд Казахстана. Мы должны создать узнаваемый имидж Казахстана как страны, богатой не только своей природой, но и уходящей в глубину веков историей, уникальной культурой, разнообразными традициями, обычаями, самобытной кухней. Необходимо активно использовать самые современные инструменты популяризации туризма в Казахстане. В частности, размещать туристские фрагменты в ТикТок. Это сейчас очень популярный вид оповещения информации граждан. Что-то я там не вижу в ТикТоке. Во всяком случае, возможно, до меня не доходит. Но этот вид средств массовой информации не используется в достаточной степени. В глобальном информационном пространстве нужно продвигать позитивную информацию о нашей стране. Крупные международные мероприятия, проходящие в Казахстане, надо в полной мере использовать для развития туризма. Бұл елімізде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтеді. Бұл дода төл дәстүріміздің мәдениетіміз бен спортымыздың үлесін тапқанын көрсетеді. Бірақ әлемдік медиа кеңістікте бұл туралы ақпараттар өте аз деуге болады. Мұндай мүмкіндікті жіберуге болмайды. Шетелден туристер тарту үшін елімізді барынша таныту керек. Халықаралық ірі медиа компаниялармен тығыз жұмыс істеу қажет. Сыртқы істер министрлігіне
осы шаруаны пысықтауды тапсырам. Мен Алматыда жаз ғалымдармен кездесу кезінде қазақтың жұмсақ күші soft power туралы айттым. Қазақстанға келіп, қазақтың дәстүрі мен еліміздің жетістігі туралы айтатын әрбір туристте біздің жұмсақ күшіміз деуге болады. Soft power-ды, яғни жұмсақ күшті барынша пайдалану үшін ең алдымен ұлттық стратегиялы брендтерімізді дәріптеу керек. Мысалы, Қазақстанды әлемге таныту үшін Алтын Орда брендін жан-жақты және кеңінен қолдану қажет. Мен бұл тақырыпқа ұлттық құрылтайдың Атыраудағы отырысында арнайы тоқталдым. Біздің тарихи мәдени мұрамызда табиғи қорықтарымыз бен бірегей дәстүрімізде жер жүзіндегі туристерді қызықтыралы. Бірақ мұның бәрін заманауи тәсілдермен шетелдіктерге түсінікті түрде танытуымыз керек. Үкімет осы бағыттағы жұмыстарды күшейтуге тиіс. Келесі мәселе, туризмді дамытамыз деп табиғатқа зиян келтіруге болмайды. Мен бұл мәселеге айрықша мән беремін. Экология мәселесі назардан тыс қалмауы тиіс. Біз еліміздің ең көрікті жерлерін туризмге бейімдеп жатырмыз. Еліміздің табиғаты біздің баға жетпес байлығымыз. Қоршаған ортаны қорғау, айналаны таза ұстау, жаппай көгалдандыру баршамызға ортақ міндет, мемлекеттік маңызы бар іс. Әрбір азамат осы жауапкершілікті терең сезінуге тиіс. Қоғамда экологиялық мәдениет қалыптасып келеді, бірақ өткір мәселелер де аз емес. Өкінішке қарай, өзен көлдің жағасын орман ішін қоқысқа толтыратындар әлде азаймай тұр. Тазалықты сақтау үшін арнайы экологиялық шаралар өткізуге мәжбүрміз. Қазір елімізде Таза Қазақстан акциясы жүріп жатқанын білесіздер. Бұл жұмыстың тиімді болуы ең алдымен жұрттың сана-сезіміне байланысты. Әрине, азаматтардың экологиялық сауатын көтеруде маңызды. Осыған орай, мәдениет, экология, оқу-ағарту министрліктері нақты шараларды қолға алуға тиіс. Бұл бағытта ағартушылық жұмыстармен ғана шектелуге болмайды. Кез келген азамат табиғатта емін еркін демалу үшін барлық жағдай жасалу қажет. Турист қай жерге тұрақтап, қай жерде от жағуға рұқсат етілгенін білу керек. Сондықтан демалыс орындарында осындай лайықты инфрақұрылым болу қажет. Бұл мәселемен әкімдіктер айналысуға тиіс. Түптеп келгенде мұның бәрі қауіпсіздікке тікелей әсер етеді. Біз адами фактордан болатын орман өртіне жол бермеуіміз керек. Тілсіз жаудың кесірінен қаншама орман тоғайдан айырылып жатырмыз. Табиғатты ластау, рұқсат берілмеген жерде от жағу деректеріне қатысты жазаны барынша күшейткен жөн. Тағы да қайталап айтамын. Біз туризмді экологияға зиян келтірмей дамытуымыз қажет. Сол үшін кешенді шараларды қабылдау маңызды. Құрметті жиынға қатысушылар, бүгін біз туризм саласын дамытуға қатысты бірқатар мәселені талқыладық. Үкімет айтылған ұсыныстарды қорытып, нақты шаралар қабылдауы керек. Әкімдер және осы салаға жауапты барлық органдар туризм саласына баса мән беру қажет. Мемлекет пен бизнес өкілдері бірігіп, белсенді жұмыс істесе, еліміздегі туризмді өркендетеді деп сенемін.